Гражданам России из детского сада будут прививать стереотипы законопослушного поведения на улицах и дорогах. Сегодня в распоряжение «Известий» попал доклад МВД России президенту Владимиру Путину о 7-летней целевой программе по борьбе с аварийностью. Согласно предложениям, в образовательных учреждениях, начиная с дошкольных, появятся курсы по изучению ПДД. Самые темные и аварийно опасные участки дорог получат дополнительное освещение, а также будут созданы учебные центры МЧС для подготовки специалистов к работе на месте ДТП. Кроме того, ведомство предлагает раздавать пешеходам светоотражающие фликеры. Эти меры прежде всего связаны с неутешительными показателями аварийности на российских дорогах. Так, по данным ГИБДД, в прошлом году произошло более 200 тысяч аварий, в которых в общей сложности погибли почти 30 тысяч человек. Еще 250 000 пострадали. Подобное состояние власти оценивают как катастрофическое. Основное внимание в новой целевой программе будет уделяться пропагандистским акциям и обучению. И, наконец, МВД намерено сделать ставку на автоматизированные системы управления дорожного движения.